выгодно. Покупать автомобили Рено в Нефтекамске. Терромобил на Янаульской 1А. В большинстве муниципалитетов республики Сабантуй пройдет 1 июня. Принимать гостей на празднике плуга Краснокамский район будет 15 числа. Как и прежде, народные гуляния пройдут на ипподроме и начнутся в 11 утра. В настоящее время программа проведения Сабантуя находится на обсуждении, но традиционные любимые развлечения непременно останутся. Самые массовые народные гуляния состоятся в столице Башкортостана в День России 12 июня. Тот, кто захочет вновь испытать праздничные эмоции, может присоединиться к жителям Зелиловского и Ишимбайского районов. Именно они будут закрывать сезон сабантуев 22 и 29 июня соответственно.